В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чувашии установили первый автоматизированный пункт весового контроля. Процедура взвешивания большегрузных автомобилей в разы упростилась. Цифровые технологии пришли на смену привычным для автомобилистов передвижным пунктам весового контроля. Теперь взвешивание и замер габаритов большегруза производится без остановки автомобиля. Более того, водителям не приходится даже снижать скорость. Работают такие весы круглосуточно, в непрерывном режиме. Все расчеты формируются автоматически. Такой пункт автоматического весового контроля уже действует на 190-м километре автодороги Чебоксары-Сурская. Пока в тестовом режиме. Здесь представлен ряд датчиков, которые отвечают за съем показаний, таких как параметры непосредственно автомобиля и определяющий вес автомобиля. Датчики встроены как на самой рамке, так и в дорожное полотно. Это одно из самых сложных технологических процессов. Основная задача была очень качественно установить эти датчики, дабы все измерительные процессы проходили в штатном режиме. Глобальных задач у автоматизированного пункта две – сохранение дорожного покрытия и контроль транзитных и внутренних грузоперевозок. Рамка установлена именно для того, чтобы выявлять те автомобили, которые проезжают без оплаты, без разрешения, без пропусков. Оборудование, установленное на рамке, делает замеры по габаритам и весу. В случае перегруза или негабаритности информация незамедлительно высветится на информационном табло, фиксируя нарушение стандартов. Затем данные для обработки передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД по Чувашской Республике. В Чувашии планируют устанавливать по одному стационарному посту в год до 2024 года в рамках стратегии развития транспортной инфраструктуры. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Бахтияр Велиев, Республика.